этом видео я расскажу вам о топах с эффектами. Топ Glitter 01. Это топ с мелкими серебристыми частицами, очень хорошо переливающимися на любом оттенке. Оттенку придаст очень красивое интересное сияние. Топ Glitter 02. Это топ с мелкими перламутровыми частицами и хлопьями, которые переливаются разными цветами. Очень интересный топ, также придаст любому оттенку очень красивое сияние перелив и украсит мелкими частицами хлопьев. Топ Glitter 03. Это топ с золотой паталью. С ним любое покрытие будет выглядеть роскошно. Мелкие частицы патали придадут любому оттенку гель-лака интересный эффект. Топ Prism Cat Eyes. Этот топ переливается радугой. Его можно наносить двумя способами, используя магнит и без магнита. Без магнита это будет просто перелив радуги на ногтях. С магнитом это будет интересный, красивый кошачий глаз с переливом радуги. Топ Flash. Это топ, в составе которого светоотражающие частицы. Любое покрытие будет сказочно сверкать при ярком искусственном свете, а также переливаться под солнечными лучами. Топ Краш Голография. Это топ, в составе которого находятся мелкие осколки под гель с голографическим переливом. 4 топа Флейкс. 2 топа с черными частицами, 2 топа с белыми частицами, 2 топа имеют глянец, 2 топа белюровых. Глянцевый топ Флейкс с черными частицами имеет более крупную фракцию этих частиц. Очень красиво смотрится на разных оттенках гель-лаков. Топ Сноу Флейкс. Это топ с белыми хлопьями, которые придадут вашему маникюру очень интересный эффект. Прекрасно смотрится на разных оттенках гель-лаков. Эти два топа также представлены в матовом варианте. Топ Glitter выпускается в объеме 10 мл и 15. Топ Prism Cat Eye, Топ Flash и Топ Crush Голографии выпускаются в объеме 10 мл. Топ и Flash выпускаются только в объеме 15 мл.